Здравствуйте, с вами рубрика «Культ Просвет» и я ее ведущая Мария Тимонина. Заслуженный артист России Зайцев Сергей Николаевич по совместительству работник детской музыкальной школы празднует свой юбилей. В честь этого события его воспитанники и друзья устраивают юбилейный вечер. Приходите и вы 17 апреля на концерт, который начнется в 18:30. 17 апреля во Дворце культуры «Мир» пройдет праздник труда. Жители Лыткарино будут чествовать за добросовестный труд. Специально для награжденных выступят творческие коллективы города. Начало в 3 часа. Вход по пригласительным. Насладиться выступлениями выпускников музыкальной школы вы сможете 18 апреля в 6 часов вечера. Участники исполнят свои лучшие произведения, с которыми они завоевывали места на различных фестивалях и конкурсах. Не пропустите возможность лично оценить искусство учащихся. Уже на следующий день в детской музыкальной школе пройдет концерт, посвященный светлому празднику Пасхи. Начало в 6 часов вечера. Центр детского творчества «Искатель» приглашает всех на День открытых дверей, который состоится 18 апреля. С 5 до 8 часов вечера вас ждут открытые занятия, мастер-классы педагогов и запись в творческие объединения. На этом у меня все. Желаю вам приятного отдыха и культурного просвещения. Всего доброго!